Всем привет, друзья! Вас приветствует Лего Инженер с новой самоделкой. А именно, это будет вот такая конфетница. Она небольшая, работает на монетках 1 рубль и продает тик-таки. Кстати, пишите в комментариях, кому больше какой тик-так нравится. Клубничный микс или мятный микс? Лично мне клубничный. Пишите в комментариях, не забывайте жмякать на вот эту кнопочку, она чуть ниже. А также не забывайте ставить на лайки. И теперь по поводу конфетницы. Она довольно маленькая, поэтому я хочу ее измерить, чтобы вы поняли. Итак, вот так она будет 7 сантиметров. То есть вот так она 7 сантиметров. Так она тоже 7 сантиметров. Так она будет 5 сантиметров. Ну и, соответственно, вот здесь тоже будет 5 сантиметров. Поэтому она очень маленькая, поэтому... При большом желании она даже может вместиться в карман ваших штанов, чтобы принести ее в школу. Так, она работает на 1 рублях, выдает она 2 таких тик-такины за 1 рубль. Кстати, я бы хотел показать вам ролик про распечатку Lego Friends. Ссылочку, как я его распечатала, я оставлю в описании. Кто не смотрел, посмотрите, как я распечатываю наборчик, вот такой маленький наборчик Lego Friends. А также посмотрите, как я сделала домик для Стефани. Вот, я его здесь оставлю. Ну что же, поехали тестировать. Берем вот 1 рубль, вставляем его вот сюда. И нам вот выпали вот 2 вот таких розовеньких. Для перезарядки нам нужно задвинуть вот этот рычаг. Опять берем 1 рубль. И опять нам выпадают 2 вот такие розовенькие тик-такины. И опять для перезарядочки делаем вот так. И еще раз вставляю 3 рубль. Если нам ничего не выпало, нам нужно потянуть рычаг до упора. У меня даже тик-такина одна упала, но это ничего страшного. Потому что вот... Вот я ее достал. Вот она. Вот эти тик-такины. Собственно, вот такой маленький банкомат может принять вот столько тик-такинов. Теперь как наши монетки достать? Для этого нам нужно сзади найти вот такую панельку, вытащить вот эту крышечку, и отсюда выйдут наши 3 рубля. То есть вот здесь 6 конфеток. И делим на кучки по 2. Получается 3 рубля. Потому что 3 кучки. Вот, собственно, вот так. Как его заряжать? Для этого вам нужно понадобиться вот эту штуку открыть. Туда вот так выбросать. Вот, вот так можно зарядить. Я заряжал. То есть нам вам нужно клонить на этот бок и вот так вставлять конфетки поштучно, наклоняя на вот этот бок. Ну и, собственно, в принципе, можем еще раз попробовать. То есть это делается элементарно. Вставляется монетка 1 рубль. И выпадает 2 тик-таки. Дальше задвигается. И все заново повторяется. Вот так выпадают вам тик-таки. Такое можно собрать очень легко. Туда довольно можно, ну, в школе поиграться с этим. Показать одноклассникам. Думаю, одноклассники вам скажут, что это очень классно, здорово, вы молодец. Ну, а теперь попробуем с вот этой штукой. К сожалению, она у меня одна. Посмотрим, как она ее выдает. Так, давайте для начала монетки достанем. 33 монетки вставляем. Вот, все, она встала. Закрыли вот так крышечку и попробуем на ней. И она тоже выпадает. Но, к сожалению, она у нас одна, и поэтому мы не будем еще раз пробовать. Если сравнить тик-такину и вот эту штуку, то они одинаковые. Вот они вот так одинаковые. Ну, тик-такина чуть-чуть побольше. Но зато за 1 рубль можно купить либо вот эту штуку легусную, либо 2 тик-такины. На самом деле я бы выбрал 2 тик-такины. Ну, а теперь достанем монетку. С
Собственно, вот такая у нас получилась конфетница. Ставьте лайки, если хотите собрать такую же. Если наберется 50 лайков под этим роликом, я покажу, как ее собрать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Не забывайте нажимать на вот эту кнопочку. Те, кто еще не нажал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Удачи!